На Ташкентской улице Захаровой, где военный городок, установили тренажеры. Людей приходит много, но в 4 часа уже темно. Столбы под освещение установлены, но фонарей так и нет. Идет расширение улицы Ивановской в Кохме. Теперь нет подъезда к частным домам. Прокопали котлованы вплотную к нашим домам. Форменное безобразие. Улица Шувандиной. Напротив школы номер 65 был лесок, а сейчас это страшный бурелом. Деревья наполовину повалены. Чего ждем? Пока кого-то не придавит? Октябрьская, 3/70. С сентября не убирается контейнерная площадка. Три дома носят туда мусор. УК говорит, кому платите, к тому и обращайтесь. Хотим убрать свалку до Нового года. На Ташкентской и улице Захаровой, где военный городок, установили тренажеры. Людей приходит много, но в 4 часа уже темно. Столбы под освещение установлены, но фонарей так и нет. Идет расширение улицы Ивановской в Кохме. Теперь нет подъезда к частным домам. Прокопали котлованы вплотную к нашим домам. Форменное безобразие. Улица Шувандиной. Напротив школы номер 65 был лесок, а сейчас это страшный бурелом. Деревья наполовину повалены. Чего ждем? Пока кого-то не придавит? Октябрьская, 3/70. С сентября не убирается контейнерная площадка. Три дома носят туда мусор. УК говорит, кому платите, к тому и обращайтесь. Хотим убрать свалку до Нового года. После 22 часов невозможно уехать от Плазы, а в этом торговом центре работает много людей. Домой уезжают на такси, а это очень накладно. Почему граждане из ближнего зарубежья работают у нас водителями? Почему президент такое допускает? Первая полевая, крик души, замерзаем. Уменьшили конусы, в квартирах всего плюс 16. УК и теплосбытовая компания приходили, составили акт и все на этом. А вода идет горяченная, все парит. Живу на сортировке, весь наш район завален использованными шинами. Их надо убирать. Может быть, городская администрация займется этим вопросом?